Все ваши действия будут иметь последствия. Когда приходят последствия, а вы льете слезы, в этом нет никакого смысла. Если вы можете радостно принимать любые последствия, то делайте все, что пожелаете. Но если вы такие, что стоит прийти последствиям, и вы сломлены, тогда действуйте немного осторожнее. Вот и все. Когда вы делаете что-то с определенным уровнем интенсивности и вовлечения, неважно что, не обязательно делать что-то особенное. Когда вы делаете это с абсолютной интенсивностью, все что угодно, но с абсолютной интенсивностью и вовлеченностью, тогда даже бум сработает. Важно не знание науки, а интенсивность. Если вы просто доведете интенсивность вашей жизни до максимально возможного уровня, этого будет достаточно. Вы должны выйти за пределы ваших представлений о хорошем и плохом, ваших нравится и не нравится, и просто стать интенсивной жизнью, жизнью на пике своих возможностей. Но в тот момент, когда вы совершаете подобное разделение, где что-то священное, что-то нет, что-то хорошее, что-то нет, с вами все кончено, потому что вы разделили мир. Когда вы говорите «я хочу стать духовным», вы говорите, что хотите стать всепринимающими, да? Вы хотите преодолеть ограничения физической формы, потому что она носит исключающий характер. Чем больше вы отождествляетесь с телом, тем более вы исключающие, не так ли? Физическая природа имеет исключающий характер, а то, что выходит за пределы физического, все принимающие. Поэтому, когда вы говорите «я хочу стать духовным», вы говорите «я хочу преодолеть ограничения физического». Это значит, что вы говорите «я хочу стать всеобъемлющим». Если вы хотите стать всепринимающими, когда вы говорите «эти люди не священны, только эти священны», сможете ли вы стать всепринимающими? Люди продолжают разделять мир в соответствии со своими понятиями добра и зла, хорошего и плохого, и они надеются быть духовными. Этого никогда не произойдет. Этого не произойдет. Сначала прекратите выносить суждения. Ответственность, ответственность, ответственность. Почему? Потому что теперь у вас стирается граница между хорошим и плохим. Что бы с вами ни происходило, вы, исходя из своего интеллекта, отвечаете на это так, как это необходимо, а не из представлений о плохом и хорошем. Вы отвечаете наилучшим для ситуации образом, исходя из вашего интеллекта. Каким бы ни был ваш ответ, какое бы действие вы ни совершили, оно будет иметь последствия. Вы совершаете действие, помня об этом. Должен ли я делать только хорошие вещи? Делайте все, что пожелаете. Главное, помните, все ваши действия будут иметь последствия. Когда приходят последствия, а вы льете слезы, в этом нет никакого смысла. Если вы можете радостно принимать любые последствия, то делайте все, что пожелаете. Но если вы такие, что стоит прийти последствиям, и вы сломлены, тогда действуйте немного осторожнее. Вот и все.